Всем привет, с вами Наиль Порошин. Мужики, вот сегодня в воскресенье, 35 градусов жары, приехали клиенты, у меня работы тоже много. Ребята, уникальный случай покажу вам. Снимите, Андрей, вот этот. Простая девятка, ей 30 лет, она в очень отличном состоянии. Владелец этой девятки, мой хороший приятель, вот он на ней катается 30 лет, сюда на меня. Мужики, приехал, еще вчера позвонил, что говорит, что машина заводится и глохнет. Значит, ну, я сначала ему сказал, говорю, вот ГДС, скорее всего, если он еще не понимает, я говорю, дайте пол, педаль, пол. Он не понимает, он дает серединку, она глохнет, серединку глохнет. Ладно, сегодня приезжаю на работу, он здесь. Ребята, уникальный случай, я ничего не знаю, первый раз в жизни столкнулся с такой вещью. Ну, сейчас я все покажу. Ислав Алексеевич, заводите машину. Вот я, кстати, сделал ГДС, продул первую, вторую камеру. Вот заводится машина, мужики, холостого у нее не было. Все, заводите машину. Посмотрите, работает. Вот смотри. Глохнет. Ребята, ну почему глохнет машина на холостом ходу? Даже жиклер засорился. Я проверяю, значит, работу клапана, работу, есть ли питание на проводе, все с лампочкой, все проверил. Жиклер продул неоднократно. Еще раз заводить, она опять сейчас заведется. Смотрите. И периодически через 15 секунд она глохнет. Ну, нет у меня никаких версий, но знаю, что что-то не то. Я делаю следующую вещь. Заводи. Я даю ей нагрузку. Ребята, как будто нехватка бензина. Я открываю карбюратор, бензин на месте, жиклер чистый. Ну что может быть такое? Ну, есть такая версия, что катушка межвитковая, и она под давлением не хочет работать. Но я ее отмел, потому что нет никакого здесь давления, потому что это холостой ход, мужики. Меня сейчас многие электрики начнут смеяться. Да, смейтесь, ради бога. Неважно, я главное научился, я главное нашел причину. А это ерунда все. А теперь еще раз смотрим, вот еще последний раз. Ребята, даю нагрузку. Вот. Начинает себя плохо вести. Мужики, ну нет у меня никаких версий в голове нет. Ну просто методом тыка. Беру коммутатор, с чего начинаю? Трамблер я уже смотрел, датчик холла на месте, все на месте. Коммутатор у меня еще старого образца, я покажу. Это еще старенький, он его, говорит, третий, может, он покупал его в 88-м году. Вот я ставлю коммутатор, масса ему не нужна, масса у него уже стоит. Ребята, это наш старый тоже коммутатор. Ну, имеется в виду, ни нового образца, ничего. Алексей, заводи. Вот это и холостое на месте. Из-за нагрузки работает. Кто определил? Вот делайте это, свои умозаключения. Как хотите полемику на моем канале. Я жду. Научите меня, научите народ, научите своих близких. Знаю, что там транзистор, наверное, нагревается или все что-то происходит. Происходит что-то такое, что вот... Ну, люди, я за 60 лет, у меня первый раз это случилось. Коммутаторы не работали были, но чтобы так вот... Холостой ход пропадал из-за него. Чтобы холостой ход из-за него пропадал. Нет, он не холостой. Пропадает зажигание. Не холостой пропадает. А зажигание пропало постепенно. Я... Пропало зажигание, я сразу ставлю центральный сюда. Работает. Работает машина. То есть абсолютно непонятно, но коммутатор дал это себе знать. Ребята, ролик ни о чем. Мучаюсь уже 2 часа. Скоро обед, а я все мучаюсь. Всем привет, до новых встреч. С вами Наиль Порошин. До новых роликов.